Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Рогачевском районе на пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в районное подразделение МЧС поступило в 11 вечера. Горел жилой дом в деревне Передовая. К прибытию спасателей на место вызова уже произошло обрушение перекрытия и кровли дома. Открытым пламенем горел и сарай. Во время тушения пожара из-под завала достали хозяина домовладения, пенсионера 1948 года рождения. Спасти мужчину не удалось. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит следственно-оперативная группа. На выезде из Гомеля задержан оптовый поставщик на свае с более чем 30 килограммами некурительных табачных изделий. Молодой человек не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и пограничников. Так, в феврале этого года в его гараже было найдено 290 килограммов на свае. А 4 месяца назад мужчину задержали при попытке провести в рейсовом автобусе «Москва-Мозырь» 120 килограммов некурительного табака. В этот раз молодой человек решил границу не пересекать. Автомобиль, в котором находился 27-летний мазырянин, остановили сотрудники ГАИ, после чего задержание осуществили милиционеры ОМОН. В автомобиле было обнаружено более 33 килограмм некурительного табачного изделия на свае. Задержанный был помещен в изолятор временного содержания, а в отношении его составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Ему грозит штраф от 10 до 40 базовых величин, либо административный арест. Остановили автомобиль для проверки документов и нашли 250 килограммов металлолома. Сотрудники госавтоинспекции раскрыли факт хищения большого груза с одного из предприятий Гомеля. При досмотре остановленного автомобиля в салоне, а также в багажном отсеке обнаружено 8 металлических изделий. Документов на весомый груз у водителя не оказалось. А вскоре поступило и признание. Багаж был похищен с предприятия, на котором мужчина работал сторожем. Для дальнейшего рассмотрения дела автомобиль вместе с водителем и перевозимым грузом были доставлены в Советский отдел внутренних дел города Гомеля. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.